мостам. Полная мобилизация. Направляйтесь к башне Фиска. Фиска? Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Юрий вызвала кавалерию. Нам нужна помощь! 10:32, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать. Двойную порцию тяжких телесных. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Мне это не нравится. Да подстрелите же его! Софист-то нанял немало ребят. Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так,
и знал, что Фиск поднимет шум. Закройте небо! Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Билли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь! За мной! Уходи, паук! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились. Что здесь делает человек? Ты все испортишь! А, спасибо за поддержку, ребята! Парни! Вот она, некомфортная рабочая среда. Не подходите к этой штуке! На твоем месте! Надо убрать стрелку. Тебя крыша! Ты застрахован. Нифига себе! Ты вообще застрелишься! Кажется, это все. Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят сервер с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. Этажом выше. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Дома. Вот это не дело! Отрубить его! Валите его! Держите его! Не давайте ему прыгать! И как это может хорошо закончиться? Я за тебя отомщу! Парни! Если мы не справимся... За ним! Почему он... Теперь следующий. Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиск и грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускайте к терминалу! Внимание! Полное форматирование. Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных.
Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятие! Вырвайте дверь, живо! Прикончить его! Уничтожить все! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города... Юрий, взрыв тут... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Кажется, это все. Все чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. На помощь! Кто? Все на выход! Всем покинуть здание! Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук! Не вылезти! Мы застряли! Я подниму! Освободитесь, выбирайтесь! Помогайте тем, кто ранен, ясно? Ну, ну, вперед! Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юрий, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Мне это нравится. Что? Сегодня что, день ракетчика? Попался. Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? Они! Спокойно! У меня на всех хватит! Я научу тебя уважать! Нифига себе! Рассыпаться! Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс. Вы все это время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Убей его! Убейте его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Не пускайте его в офис. Прибейте его на коня. Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи
С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Перезарядка. Чему не научился? Подожду нужного момента. Перезарядка. Вперед! Чему не научился? Подожду нужного момента. Перезарядка. Ты ничему не научился. Подожду нужного момента. Перезарядка. Что ты делаешь? Как это может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Вот мой момент. Я что-то такое говорил? Ты проиграешь, Уилли. Я еще даже не начал играть. Во всех бедах этого города! Ха. Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Да, попробуй! Идиоты! Вас учили драться, так берите! Слишком быстрый! Оправдание мне не нужно, что я вам плачу! Защищайте босса! Нет! Я сам справлюсь. Кретины! Ну и где же подкрепление? Не знаю, босс. Подожди, скоро все кончится.
Так, что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Простите, опоздал. Я... Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний! Черт! А может быть отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. В
пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной. О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Вышла. Ага, перенаправим сервопривод. Отлично. Ладно, что дальше? Сбалансируем напряжение. Закончил. Посмотрим, что будет. Как новенькая. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Так, ладно.
Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно.